Здравствуйте. Продолжаем разговор о прилагательных словах, о словах, которые отвечают на вопрос «какой», «какая», «какие» и обозначают признак предмета. Начнем с каллиграфической разминки. Заглавная буква, прописная и строчная. И соединяем. А теперь попробуем украсить текст этими самыми словами, которые отвечают на вопросы «какой», «какая», обозначают признак предмета. Вот у нас текст с пропусками. Мы сейчас должны их заполнить, добавить прилагательные. Зима в лесу. Зимний день. Снежные шубки надели сосны. Пушистый снег на ветках. Как хорошо дышать свежим воздухом. Добавили прилагательные. Сделали выразительным наш текст. И следующее задание — определить род имен прилагательных. Зимний. День, день, он мой, мужской род. Снежные шубки, не будем определять род, потому что это множественное число. Пушистый снег, мужского рода, прилагательное. Свежим воздухом. Ставим слово в начальную форму. Что? Воздух, существительное. Тоже мужского рода. Следующее задание. Нужно собрать словосочетание. Добавить окончание и сложить. Получается что-нибудь? Ну-ка, смотрим. Проверяем. Ранняя весна, любимая мама, березовая роща, утренняя заря. Определяем род имен прилагательных. Ранняя весна. Что? Весна. Она моя. Женский род. Любимая мама. Мама. Она моя. Женский род. Существительное женского рода. Прилагательное женского. Березовая роща. Роща. Женский род. Заря. Утренняя заря. Существительное женского рода согласуется с прилагательным, тоже женского рода. И домашнее задание. Используя любое словосочетание, придумать предложение одно. Спасибо за внимание.